Сойди с фаты скорее, черт кудрявый, не мог ботинки вычисти до дна. А я-то дура упустила славу, там хоть свекровь зараза, но одна. У этой две сестры не затоскуешь, но на меня не очень поорешь. У нас в конторе, если не лютуешь, то долго на земле не проживешь, жених. Соседский Вовка налил мне стакан, а я хлопнул и на те, невеста. И вот теперь моей свободы вместо, на шею в виде бабочки аркана. Но ничего, я тоже не цветок, потяжелей ее кило на 8. Чуть что нокаут и прощенья просим. Открой глаза и пялься в потолок, гости. А горька, горька, а всем нам горька, а поцелуйтесь горячо. А поцелуйтесь, Танька, с Колькой, а мы за вас нальем еще. Работник ЗАГСа, дорогие тысячи брачущиеся, вот эти вот такие улыбающиеся, вот эти вот такие любующиеся, своими отношениями узаканивающимися, подойдите, пожалуйста, поближе, расписывающиеся, поднесите свидетеля уже нажравшегося, распишите вот здесь и здесь и здесь. Господи, унесите свидетеля совсем, к сожалению, опившегося. Теща. Я! А ваш что это не того, да полботинки ношены, но макушки на его, да волосы взъерошены. Свекровь. С полботинками молчим, а прическа сбилась от того, что рядом с ним влажь притулилась. Гости. А горька, горека, а всем нам горека, а если горека, то давай. Раз, два, три. Спасибо, Колька. А ну за это наливай. Свидетель. Что за смех-то? Что за? Мы сколько пацанами? А Колька где? А, Вовка, он не с нами. Да? А Колька он... Вообще. Работник ЗАГСа. А те, кто на супружеской верности и доблести, обменять кольцами 96-й пробы, чтобы делили на всех свои радости и горести, чтобы любили друг друга до самого гроба. А если сейчас там какие-то разумения, другой был забыл, потом 35, и напишет на развод заявление невеста. Колечко на палец попался, родимый теща кило, сухофруктов, минтай и сардины, свекровь в закуску все гости приносят с собой. А что не топили, уносим домой гостя. Горько, горько, а всем нам горько, а поцелуйтесь горячо. А поцелуйтесь, Танька, с Колькой, а мы за вас нальем еще. Дедушка невесты из-под стола. Наверх вы, товарищи, все по местам. Все.